Сегодня депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект, который даст возможность ульяновским работникам IT и авиаотрасли получить 250 тысяч рублей на первоначальный взнос для покупки жилья. Сейчас размер единовременной выплаты по программе «Губернаторская ипотека» составляет для них 150 тысяч рублей. Глава региона Алексей Русских предложил увеличить эту сумму. Эту идею он обсудил с директором объединенной авиакорпорации Юрием Слюсарем на Петербургском экономическом форуме. Также появится возможность участвовать в программе новым категориям работников авиаотрасли. Это сборщик-клепальщик, слесарь по изготовлению доводки деталей летательного аппарата, оператор станков с программным управлением, слесарь-сборщик летательных аппаратов и сборщик-клейщик конструкций.